Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. Как вы поняли, я снова в Соединенных Штатах Америки. На этот раз приехал на E3, E3 2017. Это главные смотрины игровой индустрии, куда все производители компьютерных игр свозят свои новинки. Это всегда громаднейшее событие, за которым наблюдает весь мир. And the badges are on everyone's necks, and the smiles on everyone's faces can only mean one thing. It is E3 conference. Так уж получилось, что в этом году я приехал сюда намного раньше, чем обычно, практически за неделю, и причина этого довольно интересная. Дело в том, что Electronic Arts ей сделали свою выставку до E3, она называется EA Play, и более того, они включили меня в список так называемых геймченджеров, избранных людей со всего света, которые могут влиять на производство игр. То есть прикасаться к ним заранее, оставлять свой фидбэк для разработчиков и, в общем, участвовать во всяких самых разных движухах по всему миру. И вот в рамках этой инициативы я приехал сюда раньше, и я буду участвовать в премьерном показе мультиплеера Battlefront 2. И все это будет транслироваться, ну, на весь мир. Я вот прибыл сюда за несколько дней для того, чтобы мы собрались, потренировались, поиграли в эти карты, сделали кэпчеры свои, составили свое там первое впечатление, оставили фидбэк. И в результате 10 числа, когда будет премьера по всему миру, будет трансляция в интернет на весь мир, мы сейчас вот тренируемся для того, чтобы потом во всем этом поучаствовать. Подход реально очень-очень крутой, и, конечно же, он касается не только Battlefront. Эти дни мы играем также во имя царя, в дополнение к Battlefield 1 и, конечно же, в новенький Need for Speed Payback.
И вот здесь, на самом деле, настало время рассказать про моего нового друга, с которым я, собственно, приехал в Штаты. Если помните, недавно мне Acer присылал свой ноутбук 15-дюймовый. Я на него так посмотрел. Ну, по характеристикам машинка хорошая, но лично, да, мне не подходило, потому что экран какой-то не такой, красные полосы на корпусе, все такое. И буквально спустя месяц, да, была у них презентация новой линейки, новых ноутбуков, и они такие сказали: приходи, тебе понравится, увидишь. И вот буквально прямо оттуда я себе этого красавца забрал. В этот раз на E3 я, на самом деле, собирался вообще без всего ехать, но посыпалось столько предложений о Capture и вот с EA Play и с самой выставки, что пришлось ноутбук тащить. MacBook мой уже доживает свою такую пятилетку, он не сильно надежный, потому что я его там уронил, немножко повредил, глючит немножко, поэтому вот подгон вообще идеальный, вовремя сделанный, и на самом деле с радостью хвастаюсь, потому что эта машинка действительно мне нравится. Во-первых, ее избавили от всех вот этих типа геймерских причиндалов, когда ноутбук сопровождается какими-то странными решениями в дизайне, вроде красных полос. Здесь хорошая IPS-матрица, то есть сочная, красивая, яркая, приятно смотреть. Core i7 седьмого поколения, то есть совсем свежак, вот только что выпущенный GTX 1060. NVMe SSD-шники очень быстрые и DDR4 память. Ну, то есть вообще все очень хорошо, есть даже приблуда, которая называется Tobii, ее вообще в первый раз вижу, для трекинга движения глаз. Как вообще неудивительно, она поддерживается уже многими производителями, там, Ubisoft, в Assassin's Creed Syndicate, в Ghost Recon Wildlands. Есть поддержка этой технологии, очень интересно вообще, как она работает, буду тестить. Но самое главное то, что для работы здесь просто все, что нужно. Есть Thunderbolt 3, он же USB Type-C. Есть HDMI 2.0, который позволяет 4K 60 FPS гонять. Ну, естественно, обычные USB-шники, SD-карт-ридер. Ну, в общем, очень приятно с этой штукой вот прямо в бой окунуться. То есть все есть, легкое достаточно, не сильно тяжелое. Порадовали, правда. Особенно на контрасте, да, с типа геймерским VX15. Очень радует то, что выглядит нормально. А самое удивительное — это звукан в нем. То есть я говорю, небольшой знаток ноутбуков, но я еще никогда не видел, чтобы в ноутбуке был Dolby Audio, ну и прямо бы ощущался объемный звук. То есть здесь реально много динамиков, и действительно, ну, какой-то сюрреализм. Сидишь на ноутбуке, играешь, а он звучит как, ну, неплохая аудиосистема. Это прям очень круто. Единственное, что мне здесь не подходит, это то, что вот конкретно эта модель идет с Full HD монитором, а не с 4K. Мы все-таки уже в 4K все снимаем, поэтому, ну, нужна более прокачанная версия. Ну, в общем, в ближайшие дни у этой машинки будет много работы. У них, кстати, там они еще хвастаются какой-то своей системой охлаждения с металлическими кулерами, которые гоняют воздух и в одну сторону, и в другую, и поэтому там пыль внутри не оседает. Ну, меня, честно говоря, такие подробности никогда особо не интересует. Короче, E3 еще не началась, а движухи идут полным ходом, и все это эксклюзивные движухи с кучей контента, который я, естественно, превращу в сюжеты. Так что в ближайшие дни ждите реально новые-новые сюжеты, эксклюзивные сюжеты. И это все еще только до начала E3. Также впереди конференции, на которых, будем надеяться, нас ожидает масса сюрпризов, потому что, ну, знаете, да, E3 в этом году будет либо супер провальной, либо очень-очень громкой. Почему? Потому что у нас почти нет анонсов на конец года. То есть вот со второй половины года во что играть не очень понятно. Есть только дежурные тайтлы, ничего особенно интересного. И вот это означает две вещи. Либо все затаили для E3 и нас ждет очень-очень много сюрпризов, либо это будет очень проходной год в игровой индустрии. Я лично надеюсь на первое, ну и да и думаю, вы тоже. Поэтому с нетерпением ждем конференции. Будут технологические новинки, да, у Microsoft Project Scorpio. У Sony все не настолько весомое, но будет тоже что анонсировать. У Ubisoft похоже, что тоже есть некоторые козыря в рукаве, то есть все, по крайней мере, ждут анонса нового Splinter Cell'а. Это помимо того, что уже известно, что показывают Far Cry 5, и большинству этого было бы достаточно. Но вот искренне надеюсь, что нас ждет какой-нибудь громкий анонс, пускай и игру покажут не в каком-то играбельном виде, но хотя бы трейлером традиционно в конце конференции удивят. В любом случае, Splinter Cell искренне очень-очень многие ждут. Ну, почему? Потому что Blacklist был чертовски хорошей игрой.
также очень надеюсь, что чем-нибудь удивит Bethesda. И ходят слухи, что они анонсируют какую-то sci-fi RPG, не связанную с их привычными франшизами. Что-нибудь, согласитесь, немножко интригует, хотя слухам можно верить, можно не верить, далеко не всегда они сбываются. Лично я на самой выставке с нетерпением еще жду посещения стенда Warner Brothers, потому что, хочется посмотреть новый Shadow of Mordor и понять все-таки, какой он хороший-плохой. Потому что такие игры во второй раз обычно гораздо лучше получаются. И отдельный пунктик у меня — это Square Enix с неанонсированным проектом, с продолжением своей популярной франшизы. И Namco Bandai, который покажет, конечно же, горячо ожидаемый и любимый заранее мною Ace Combat 7. Destiny 2 на E3 я пропущу, потому что в полной мере уже с игрой ознакомился. Ну и, конечно, очень хочется посмотреть, что из себя новая колда представляет. В линейке Sony буду смотреть Days Gone, Spider-Man, God of War, Detroit, и все-все-все, что можете себе представить. Пока ничего не ясно с неанонсированными проектами от Sony, держится в тайне. И в целом, пока говорю, непонятно, чего ждать от этой выставки. С одной стороны, есть определенная интрига, с другой, по тем фактам, по тем аппойментам, которые намечены, и тем слухам, которые распространяются, и отсутствию, таких серьезных утечек, все выглядит довольно-таки дежурным. Что, опять же, наверное, неудивительно, потому что предыдущие годы в игровой индустрии были какими-то дико задорными, после этого обычно идет затишье. И, возможно, 17-й год будет таким. А может, и 9-й. Чем черт не шутит? Мы ждем вас. В любом случае, ждем выставку с нетерпением. Следите за моими новостями. Ролики будут выходить практически каждый день. Проверяйте Инстаграм. Там постоянно какие-то заметочки появляются. И не только из этой поездки, а из всех предыдущих. Вообще Инстаграм. За Инстаграмом надо следить, друзья. Там вообще свой уникальный контент. Смотрите Твиттер, смотрите в блог, проверяйте группу ВКонтакте. Ну и увидимся в самое ближайшее время.